пламенных речей. Я хочу поделиться с тем, что вот у меня болит сейчас. Я подошел только что до полицейских, начал разговаривать, кто старше. Искал полчаса старшего, чтобы понять, что происходит, почему были попытки нападов, почему забирали щиты. Полчаса я искал, кто там старший. Нашел одного, наконец-таки. Поговорил. Возвращаюсь сюда, встречаю его здесь, кривника патрульной полиции Зозулю. Я его просил выйти, вон он стоит. Просил... Слов. Я ему говорю, давай думать, что вот здесь делать, чтобы не нагнетать историю и убрать и нацгвардейцев, и полицейских, которые за деньги вот этих вот людей здесь стоят и прекратить напады. Он мне говорит о том, что здесь собрались бомжи и проплаченные люди. Я хочу сказать, и то, что я думаю как народный депутат, и то, что я думаю как гражданин, я не собираюсь это скрывать, я не понимаю, каким образом на крови небесной сотни за все это время выросла вот эта поросль. Я знаю, что среди полицейских масса есть людей, которые гордятся своей работой, честно исполняют свой долг. Однако человек, который заявляет о том, что здесь бомжи и проплаченные, убери их отсюда, который сам не воевал нигде, а заявляет о том, что те воевали, те не воевали, такие люди полицейскими называться не могут, потому что полицейские – это те, которые защищают всех граждан, и тех, у кого есть деньги, и тех, у кого их нету, и учителей, и врачей, и пенсионеров. И те, кто может выйти, высказать свою позицию. И те, кто дома молчит тряпочку. А те люди, для которых все те, кто хочет лучшей жизни и лучшей доли для страны бомжи, это не полиция. Это халуи и платные охранники, воров и негодяев, которые издеваются над нашей страной. Вот что я думаю. Еще пару слов, хочу небольшое объявление. Дружи хитрый, Винница, подойди, пожалуйста, к сцене. Я от того хлопца, который как раз таки позвал на эту помогу, хочу, чтобы он сказал пару слов. Так вот, у нас сейчас 4-й год, 14-й год, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 4-й год прошел с момента Майдана. И мало того, что ничего не изменилось, так появились новые люди, которые... рады, что они надсмотрщики у господ, что они рады, что им дали возможность надзирать за кем-то, душить и давить любые попытки изменить ситуацию в нашей стране. И я считаю, что мы, конечно, должны отделять подобных людей от нормальных полицейских, от срочников, которые просто тянут свою лямку. Но если честно, меня этот разговор не то что возмутил, он меня очень сильно заставил задуматься, что мы строим и куда мы идем. Пока хлопцы защищали нашу страну на Востоке, пока волонтеры последние отдавали, здесь на наших деньгах, на то, что они последние отдавали, вырастили целую поросль всего этого. Я не знаю, возможно, люди говорят это от души. Вот я готов дать микрофон. Кто считает, что это бомжи? Кто считает, что эти люди не имеют права слова? Честно, выйти. Я дам микрофон. Честно, выйди сюда! Слушай, одну хвилиночку, влагу! Вот мне перед людьми скрывать нечего. Ни как народному депутату, ни как гражданину. Здесь... высказали позицию, что нет полиции, нет нацгвардии, а есть только охрана, которая делит людей на тех, кто достоин что-то говорить, и на бомжей, на тех, кого не считают хлопцами, защищавшими Украину, и на тех, кого они не поважают.
Вы не имеете права так относиться к людям. Потому что вы сейчас, все ваша амуниция, все ваше благополучие, все ваши пенсии и зарплаты, это то, что люди платят в виде налогов, последнее свое. Они такие же, как вы. Я прошу прощения за то, что я занял много времени. Просто то, что я вижу, переворачивает до глубины души. Дружи хитрый, дружи винница, подойди, будь ласка, к сцене. Они такие же, как Порошенко. Друзья, я даю слово бойцу батальона «Винница», который, в отличие от многих ораторов, считающих вас бомжами, защищал нашу страну в составе батальона полиции. Человек, который приехал с Винницы и здесь уже со своими побратимами четвертый месяц. Дружи, будь ласка. Хочу подякувати вам всім, хто прийшов сьогодні сюди нас підтримати. Але бачите, як поліція робить такі, навіть не провокації, а падло, по-падляцьки робить. Коли ми пішли підтримати вас разом з вами на марш, залишилась невелика кількість людей тут, вони забігли на територію намету, забрали частину наших речей, забрали наші щити. Не та лака в такої. Ну це зрозуміло, що це... із команди. Але повернули? Так, де ж повернули? Повтікали, коли узнали, що ми сюди йде колона, всі звідси повтікали. І тепер я бачу, щоб далі не стояти, моя пропозиція, може у вас краща пропозиція, вшанувати п'яти героїв Небесної Сотні до меморіалів, до там, де вони загинули. Якщо є таке бажання, можемо проголосувати і ви... А як щити вже забрали? Так ми в них їх, ми в них раніше і забрали, то їхні були щити, ми в них забрали ще 17 числа. Але ж люди, дивіться, я хочу ще одне сказати. Коли ми пішли підтримати, щоб там не було провокації, тітушки, які прийшли на суд Труханова, так? Наших 37 побратимів затримали, жорстко побили. І я хочу, щоб ви були такі активні, як сьогодні. Коли б ви тоді прийшли до нас і підтримали, коли побитих було тримали, ніхто з не прийшов. Люди, давайте з більшою кількістю прийдемо і покажемо цій владі, банді ці, хто в цій країні влада. В цій країні є влада, це народ. Багато хто зараз хоче якихось активних дій. Люди, які активні дії, подивіться навколо нас. Коли буде нас мільйон активних дій, не треба буде, повірте. Активних дій не буде не потрібно, бо вони самі втічуть, так само як втікли сьогодні, коли ми прийшли скільки тисяч сюди, вони втікли. Так само як ми прийдемо сюди в Київ мільйон, вони із Києва втічуть. Але на сьогоднішній день ми зараз не готові з ними чи змагатися, чи що, ми реально оцінюємо свої речі. То я пропоную зараз піти і сповнити полеглих на Майдані. Є пропозиція жіночки, можу дати мікрофон, вона каже, що центром збору, центром сили є це місце. Я підтримую це, ми 4 місяці тут живемо, і ті, хто хоче щось сказати, підказати, як робити, приходьте сюди, а не розказуйте сьогодні, що робити, кого там, щось там з ним робити. Якщо є ідеї, готові їх підтримати, готові їх підтримати, долучайтеся, місця для всіх вистачить. Ми ніхто нічого тут не захвачували, не приватизовували. І будемо проходити крізь Банкову, скажемо цьому підарасові, що він підарас. Хлопці, я зараз іду мимо Банкової, щоб сказати підарасу, що понятно. На Майдан, і ми з хлопцями хотіли вспомнити 2014 год, почтити пам'ять Небесної Сотні. Поэтому ще раз, я вам дуже вдячний за швидку допомогу, тому що коли нас мало, вони чувствують себе царями, а нас бомжами, і наглеють. І багато хлопців пройшло через тюрму. Дуже вам вдячний. Я зараз зі своїми хлопцями, зі своїми побратимами йду мимо Банкової. Скажу все, що я думаю Порошенко, і йдемо шанувати пам'ять Небесної Сотні. Вспоминати, що було 4 роки.